В Адыгее стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый 2024. Проходит он в форме онлайн-голосования. Для того, чтобы отдать голос за конкурсанта, который, по вашему мнению, достоин звания «Народный участковый 2024, необходимо проголосовать на сайте МВД по Республике Адыгея в специальном разделе на главной странице или же через специально созданный QR-код, который сейчас на ваших экранах. Обращаем внимание, онлайн-голосование продлится до 20 сентября текущего года.